Всем здорово, чуваки! С вами Джел, и сегодня со мной Флейзен. Мы играем в GTA 5 Online с интересной рубрикой «Сломанная дорога». Всем здорово! Ну а сегодня, чуваки, мы проведем спецвыпуск, в котором у нас подготовлена огромнейшая коллекция различных байков. И главной задачей нам с Пашей будет выбрать байк с помощью рандома и преодолеть наши испытания. Чтобы победить, нам сегодня предстоит проехать по нашей сломанной дороге как можно дальше. И напомню, что с каждым разом наша дорога будет ломаться все сильнее и дальше. Поэтому сегодня давайте посмотрим, на чьей стороне будет рандом и кому повезет больше. Ну а тестировать мы будем маленькие мотоциклы, жесткие квадроциклы. Есть у нас снегоходы, байки с суперспособностью, а также самые быстрые дрекселя. Байки из Ренуар, реактивные мотоциклы и самые гигантские моноколеса. Поэтому вам, чуваки, хочу в начале ролика пожелать приятного просмотра, приятного аппетита и крутого настроения. И, кстати, именно благодаря вашим комментариям сегодня мы снимаем мотовыпуск. Поэтому за это можно поставить отдельный лайкос. Но мы тогда не будем тянуть, погнали проверять нашу удачу. Чуваки, пришло время тестировать наши супербайки! И начнем мы по порядку с самых маленьких и закончим мы самыми гигантскими! Да. И тут у нас слева есть маленький кроссовый мотоцикл фиолетового цвета, а справа у нас Бати 801 RR! Спортивный, гоночный, карликовый мотоцикл для гнома! Красный. Ой, а где у него сидушка? И эта сидушка такая, нифига себе! Давай узнаем, кто сегодня будет первым выбирать наши байки! Число 1 кому-то достанется или число 2? Эй, давай не роняй! Ну что ж, да? Каменная бумага, сразимся в великой битве. Ух, давно я тебя не побеждал, давай, Паша. Так что, раз, победил. Два, три. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три, камень. Победил. Победил. Ладно, я тебя там жду в следующей серии. Поэтому сегодня Паша у нас первый выбирать байки. Давай посмотрим, что тебе достанется. Итак, Алиса, на первый раунд выбери ему карликовый мотоцикл, на котором он далеко точно не уедет. От одного до двух. Так, Алиса, выбери слог. Красный, пожалуйста, байк этот. Два. В смысле два? Нет, нет, два. Нет. Я должен был быть первым. Его должен был мне достаться. А я еду теперь на фиолетовом карлике. Ладно, давай, Паша, я посмотрю, как далеко ты проедешь. Мне кажется, он не проедет. Я проеду. Давай, давай. Карлик нас далеко не унес. Оу, нифига себе, нифига себе. Желтый уровень. Падай. Нормально. Падай, падай, падай. А вот это нечестно. Середина. Я предсказываю, у него 15 баллов. Да? 17. 17. Побольше. Так, чуваки, но у меня байк необычный. Он у меня, по идее, кроссовый, гоночный, поэтому он очень внедорожный. Я забыл, что тут обрыв. Я просто переехал камушки эти. Так, попытка новая. Раз, два, три. Погнали. Давай, Гануй. Давай, давай. Карапуз едет, Паша. Тебе хана. Я побью твой рекорд. 17 баллов. У Паши было 17, у меня будет 22. Давай, давай, давай. Ой-ой-ой. У меня уже проблемы. Нет. Ты где? 15. 14! В смысле 14? Да это капец! Он меня от каждой ямки ты перепрыгивал! Блин, но тут спортивный байк оказался мощнее, ребята. На 3 балла меня Паша обыгрывает, и поэтому засчитываем результаты. Ну что ж, а мы пока что паркуемся и переходим к нашему второму раунду. Это раунд у нас 4-колесных байков, чуваки, а то есть квадроциклов. Ой-ой-ой, посмотри, есть два варианта. Один квадрик большой, у него колеса довольно далеко расположены, такой дракстерский, а второй у нас маленький, тоже карликовый. Для детей, наверное, а может нет? Так, ты какой хочешь, спортивный большой или спортивный маленький? Хочу синий, он лучше выглядит. Синий, синий Ламборгини, что ли? Подожди, подожди, рано радуешься. Итак, Алиса, выбери ему байк. Потому что Алиса выбирает там. Итак, от одного до двух. Так, Алиса, назови число два. Давай, давай, два. Да почему? Почему они это, я не понимаю, двойки ставите? Он тебе большой, смотри, как таракан на нем ездишь. Он классный, ты меня красный. Ладно, ладно, но теперь моя очередь ехать первым. И посмотри, первым обычно везет. Это что еще было? Я как Халк его раздавил. Так, аккуратно. Он вообще не поворачивает. А что это он неповоротливый такой? Ну-ка, ну-ка. Нормально, нормально. У меня трюковой квадроцикл. Берем разгон максимальный, чуваки. Прямо от заднего колеса байка. Раз. Так. Два и три. Погнали. Давай вот так, вот так. На задних колесах. Смотри, профессионал едет. Давай, 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 давай. Так, 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 так. Ребята, ребята, за трюки плюс 20 баллов. Погоди. Минус 2 балла. Давай, а если ты повторишь, тебе тоже 20 баллов. Раз, сейчас, два, три, вперед.
Пипец, пипец. Чуваки, я застрял. Ай, выпустите меня. Я припарковался, кажется. Ну что, получается у меня, вау, тройное сальто плюс 11 баллов. 11! Слушай, я требую реванш. Ладно, ладно, мне интересно, докуда доедет Паша? У него такой же квадроцикл, но чуть-чуть больше. Итак, пока смотрю, что смотрю, ты смотрю. Хуже и хуже. Давай! А ты, верблюжи, верблюжи. Так, едет, вот, так едет, едет. Не понял. В смысле? Я не понял. Паша! Плюс 10 баллов. Это нечестно, это мой трюк. Я повторил. Давай, повторил. У тебя 22. 22. Ребята, требую вторую попытку. Требую вторую попытку. Я, наверное, понял свою ошибку. Нельзя вставать на заднее колесо. Поэтому сейчас попробуем проехать просто на четырех колесах. Давай, давай, на четырех колесах. Ну, все, давай, едем, пытаемся. Едем, 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 едем. О, и летим. Брейкданс, брейкданс. Блин. А, 17, 17. Это лучше. Это чуть-чуть лучше. Но баллов у меня меньше, чем у Паши. Поэтому, ребята, засчитываем наши баллы. И пока что лидирует Плейсин. Но не все потеряно. Переходим к третьему нашему раунду. И тут, ребята, не хватает снега, потому что у нас снегоходы, снегобайки, снегоциклы. Ю! Что это такое? Это и не мотоцикл, и не снегоход, а что-то непонятное такое. Короче говоря, уже, ребята, кто не знает, сентябрь, как не знает, все уже в школу пошли. И через 2 месяца наступит зима, и вот эти байки идеально подойдут для снега. А вот по асфальту, ю! По-нашему, не знаю, проедут они или нет, но давайте узнаем, что достанется Паше первому. Итак, число 1 или число 2? Что бы ты хотел, лево или право? Хочу 1! Он лучше! Офигеть! Ладно, я сейчас проверю. Алиса, назови ему число от 1 до 2. Алиса, давай число 1, пожалуйста. 2. Двойка снова. Третий раз подряд. Ты сегодня двоечником будешь, Паша. Ой, двоечник Лейзин. А ты колышник. Какой колышник? Она меня вообще не называет. Я только беру оставшийся. Поэтому я еду одновременно с тобой. А вот и давай проверим, чей снегобайк круче. Берем максимальный разгон. Ну, давай. Чуваки, лично мне кажется, мой мотоцикл намного меньше размер, и он легче будет. Поэтому раз, а два, я три, думаю, я проеду дальше. Давай, 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 давай. Сори, 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 сори. Вот, вот так, вот так, вот так, вот так. Учись, студент, смотри. Идеально, о! Идеально. Я даже быстрее тебя. Так, так, так. Едем, едем, я едем, едем. Ехать. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой. А ты где? А ты где? Так, я так. Упал. Опа, давай. А я тоже. 23. Ой-ой-ой. 19. У Паши всего 19 баллов. Ребята, я же говорил, не все потеряно. Можно еще отыграться. Поэтому запоминаем наши баллы, считаем их в верхнем левом углу и уже переходим к четвертому по порядку нашему раунду. Самые обыкновенные байки, ребята, у нас закончились тестироваться. Теперь только остались байки с суперспособностью. Это прыгучий мотоцикл супергероя какого-то. Я понял, человека-лягушки. Это у нас летающий байк из Звездных Войнов. Далее есть Бэтмобили, вот такие дракстеры, байки из Дарнева, реактивные тачки. И гиганты, ребята, гиганты самые интересные. Доедут ли они до самого конца? Но пока что тестируем на прыгучий байк и летающий байк. Ой-ой-ой. Какой лучше? Смотри, у этого фиолетовый цвет. Он стопудово достанется мне, а тебе достанется лягушка-мобиль вот этот. Ладно, давай узнаем. Итак, Алиса, назови ему число. От 1 до 2. А ну-ка, Алиса, зеленый или фиолетовый? Число 1. О, число 1, я подсказал. Все, ура! Ты на лягушка-байке, а я, Рёта, посмотрите. О-о-о-о-о, выпендрёжник. А у меня, смотри, у меня, а смотри. Берём и... Чего? Ого, чего? Что? Я этого не хотел! Подожди! Опустите меня! А как ты... О, он же не летает! Он только левитирует! Смотри, ну он, в принципе, левит... А что у меня подпрыгивает он сам? Ты левитон, погоди, колдун. Погоди, я думал, он летает. Подожди. Я приземляюсь, подпрыгиваю. Паша! А как мне взять разгон? Ой-ой-ой, так, аккуратно, направо. Нет! Паша, пока! Паша, лови меня! Веревка! Паша, Паша, Паша! Удачи! А что делать теперь? А Паша! Мой баллов! Давай! Может мне пукнуть для ускорителя? Давай! Я не могу! Я падаю! Что-то мне подсказывает, чуваки, что у меня плохой мотоцикл достался. Ладно, ты едешь первый. Давай, твоя очередь. Я проверю, докуда он доедет. Прыгучий мотоцикл. Готовлю, слепую. Давай, давай. Лягуха-байк, лягуха-байк. Так, смотрим. Желтый уровень преодолевается. Синий уровень. Прыжок! Чего? Какой прыжок? Как я это сделал? Паша, ну километр улетел. Я подскочила ступеньки. Давай. Ровно в дырку. Так, смотрим, смотрим, ребята. 22. А теперь моя очередь. Так, главное назад не улететь. Аккуратно вперед. Ой, я нажимаю газ, он подпрыгивает. Может, у меня тоже прыгучий мотоцикл. Давай, давай, давай. А, надо его наклонять, наверное. Вот, наклоняем, наклоняем, наклоняем. Нет?
Ты вылетел, что ли? Так, да, летим, хорошо. Летим. Так, да, получается, я без Паши, ребята, преодолеваю рекорд. Так, ты, главное, это, на словах мне поверь. Слушай, я преодолел 100 баллов. Охренеть! 100 баллов! Паша, ты это не увидишь. Что ты мне врешь? Да нет, ты просто вылетел, поэтому ты мне не веришь. Вторая попытка! A few minutes later. Вот, Паша, мне не веришь, что у меня 100 баллов было, поэтому смотри, вторая попытка будет 100 баллов идеальная. Сейчас только возьму разгон получше. Раз, ну, давай, два, три. У меня же байк летающий, поэтому 100 баллов было. Так, берем. О, смотри, реально. А вот сейчас хорошо лечу. Опа, веришь мне? 100 баллов, давай. Пока не верю. Так, аккуратно, левитируем. Нет, давай, взлетай. Подожди, сейчас пукну и взлечу. Давай. Нет. Но, кстати, это намного лучше, чем прошлое. Ой, попытка была. Так, нормально, брейкданс танцуем. 17 баллов. Ой, капец, я застреваю. Это самый могучий и лагучий мотоцикл. Ладно, считаем мне 17 баллов. Паше 22 и перегаем к нашему пятому раунду. Напрягучись, чуваки, мы проверили наши байки. Теперь будем проверять их на скорость. Ой-ой-ой, драгстерский мотоцикл. Паша, смотри, слева огненный, спортивный. Справа у нас Бэтмобиль, гоночный и реактивный. Бэтмен! Не знаю, я бы хотел себе этот драгстер. Итак, Алиса, что ему достанется? Левая тачка или правая? Давай называй. От одного до двух. Так, Алиса, давай Бэтмена 2. Выпало число 2. Как ты угадываешь? Я не понимаю. У меня, ребята, мотоцикл гоночный, спортивный. Смотрите, какое колесо, как от машины. Поэтому я думаю, на нем преодолею 200 баллов. А может даже 235 баллов. Так, ага, так. Давай. Только я сейчас еду первым. И ты офигеешь. Смотри, я оторвал сзади поставку, поэтому я могу даже пролететь на глайде. Раз, два, три. Погнали. Давай. Ребята, турбо скорость. Вперед. Ой. Ой-ой-ой, Паша. Так. Ты перелетаешь! 100 баллов! Перелет! Оп! Чуваки, а это законно? Вроде законно, посмотрите. Офигеть! Паша, ну у меня не 100 баллов. Подожди, сколько у нас максимально? 35, тогда может заработаться. 50. Вон, 35 подо мной цифра. Ну что ж, я стопудово отыгрался по баллам. А теперь вопрос, Блейзин доедет или не доедет? А точнее долетит. Я уже шлифую, газую. Давай, шлифовщик, газовщик. Ой. Так. Глайд. Гладишь? Ну, ты гладишь? Я тоже буду гладить. Вопрос. Сможешь ли ты приземлиться? Так, ребята, аккуратно. Вау! Ни хрена себе! Бэтмен нашелся. Ладно, мы оба получаем ровно одинаковое количество баллов. У Паши 35, у меня тоже 35. Но я был впервые. И переходим к нашему предпоследнему уже раунду. Это мотоциклы из Арены Бар, у которых есть одна крутая способность. Они умеют оба прыгать. Причем прыгать намного круче, чем Жабомобиль. И ускорение. Так. О, это не предпоследний, это предпоследний раунд. Еще у нас вот эти есть реактивные байки и гигантские. Так, я хочу фантастический желтый, но что достанется Паше первому? Давайте узнаем. Алиса, от одного до двух. Не без разницы, я тебя выиграю на любом. Выпало число 1. Ой, блин, фантастический остался. Ладно, но это раунд у нас какой? 6, поэтому едем мы одновременно. Как раз проверим, кто из нас круче гонять на байке. Ой, главное колесо не проколоть. Давай, я лучше. Да, у меня нитро есть. Все, тебе хана. Раз, сейчас нитро накопится. Два с половинкой, с ниточкой, с иголочкой. Погнали. Чуваки, на нитро ускоритель, смотрите, улетел от него как. Давай, еще, вот так, оп, прыгай. Давай, прыжок. 22. Что ты смеешься? А ты где? Я заглазил. Что? Заглазил. Нет, 26. Ага, 26. Требую реванш, чуваки, вторую попытку. Самое главное, побить рекорд Паши. У него 26 баллов получилось прыгнуть. Даже нет, прогладить. Ага, я тоже буду гладить, значит. Раз. Погнали! Давай. И ускорение! Я чуть-чуть всего лишь подпрыгнул. Да, подпрыгнул. Сейчас я тоже как прыгну, как улечу. Давай, прыжок. Паша! Ой. Давай! Я рано отпустил колесо. 33! Так, а у тебя где? А ты посмотри наверх, 35. Что? Ты чё? Я не верю. Какие 35? Паша, у тебя было 26. Я помню, это нечестно. Ладно. Хорошо. Он догладил до 35, а я, ребята, до 33. Поэтому я оставляю мотоцикл прямо тут. Да ты капец. Ну ничего, баллов у него, мне кажется, больше, чуваки. Но еще не поздно отыграться. Поэтому погнали выбирать реактивные мотоциклы.
И тут у нас есть две читерских штучки, ребята. Слева летающий байк без колес, опрессор МК-2, и справа опрессор МК-1. Ой-ой-ой! Так, он у нас с колесами, с крылышками и с ускорителем. Но вот этот байк, он намного читернее, потому что он летает где угодно. Но главное условие, кому он достанется, тот не имеет права взлетать вверх. Понял? Только ровно. Да, понял. Итак, выбираем Паше первый мотоцикл. Читерский и активный. Что ты хочешь? Ага. Давай посмотрим. Алиса, выбери ему число от 1 до 2. Так, Алиса, число 2. Давай, на моей стороне. Два. А, два. Спасибо. Я понял. Ладно, ладно. Ты в этом раунде едешь. Какой у нас? Напомни, первый или второй? Че ты смеешься? Я вроде первый еду. Ну вот и езжай первый, а я посмотрю. Во, нифига себе. Да я стопудово долечу до конца. Ты давай, пошел. Ты упадешь первую дырку. Раз, чего? Два, три. Так, начинаем. Так, так. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Сейчас он провалится. Три, два, один. Давай, падай в дырку. Падай в дырку. Так, и я лечу. В смысле летишь? Летишь далеко? Хорошо. Да блин! Падай давай, фиолетовый хотя бы, в серый! Ну куда я его не пошла? Я до конца давай! Хочу! Упал! 34! 34! А я говорю, чуваки, я не имею права, вот так вот я не имею права взлетать, поэтому я лечу только над землей. Раз, ну, два, давай. Три, погнали, ускорение. Опа, погнали! Так, лечу, я лечу. Я ставлю оранжевый уровень. Еще раз! У меня приклеился он к потолку. Так, раз, давай. Два, три, летим, летим. Ребята, ну это пипец какой-то. Давай, давай, давай. Оранжевый. Ну ты серьезно? Да нет, какой оранжевый. Вот, нормально, нормально. Я не взлетаю, я не взлетаю. И приземляюсь. 11! Ого! Чуваки, ну это пипец. Ладно, условие было соблюдено. Главное не взлетать вверх и идти над землей. Поэтому 11 баллов у меня, у Паши 33, что ли? 34. Ой, 34. Ну ничего, переходим к нашему финальному раунду. Вот они, чуваки, вот они, гиганты, большие байки. Кто-то, наверное, весь ролик ждал, когда мы их протестируем. А я в эту дырку помещусь. Опа! Нет, не помещаюсь. Получается, гигантский мотоцикл Бати 901 РР. 901, 901. А это у нас покрышка. Шин от машины. Ну что, Паша, нифига там паркурист. Давай узнаем, что тебе достанется. Итак, лево 1, шина. Право 2, мотоцикл. Итак, итак, итак. От 1 до 2. Так, я бы хотел мотоцикл. Число 2. Да как? Число 2 досталось. Ой, ты посмотри! На гигантском зеленом жуке-пауке поедет. Так, ты ехал первый, теперь будет моя очередь первым ехать. А я буду на покрышке ехать. О, в покрышке ну, сижу. Давай, ну-ка, а если у меня колесо лопнет, что мне делать? О, я в кисе. Выпустите меня! Нормально, нормально. Все, раз. Так, главное вырваться. Два и три. Давай, давай, по полной, по полной, по полной. Ребята, колесо большого размера, поэтому, по идее, я проеду хорошо. Мне давай, кажется, давай, ты давай, давай. До конца. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Офигеть. Паша, это рекорд. Это рекорд. 35, 35, давай, давай, давай. Так, тормози, а тормоза, а тормоза. Я не знаю, как тормозить. Тормоз. Нормально, нормально. Веревка спасла. Аккуратно, ребята. Переворачиваемся. Давай. Опа. И паркуемся. Получается, у меня второй байк доехал до 35. А теперь вопрос. Доедет ли Паша на своем гигантском мотоцикле? Какой? Это байк, это колесо. Да, да. Давай, давай. Нет, я про тебя говорю. Давай езжай. А, ну я еду потихоньку, помаленьку. Зеленый пердун-паук. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Что стой, такое? Смотри, я нажимаю контрол, и он взлетает. Взлетает. Я тебе сейчас колесо прокалю. Опа. Без переднего колеса полетишь. Оп. И без заднего. Слышь ты. Гарри Поттер. Это такой байк. Он чего байк? Ладно, сейчас я тебе придумаю что-нибудь. Давай, давай, Паша, давай. Давай, лети. Ничего лети. Не придумывай. А где у тебя пинзабак? Слева или справа? Надо его проколоть его. Так. У тебя пинзабак. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. А что, приземлиться не можешь? А все, давай, 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 давай. Ну ладно, ладно. Паша тоже засчитаем 35 баллов, чуваки, но самое интересное, давайте узнаем, кто сегодня заработал первое место. Ну а по окончанию видео хочу сказать спасибо тем ребятам, которые пишут комментарии под моими видео. Ну а если ты хочешь сюда попасть, то просто оставь свой коммент. Итак, ребята, Паша был первый, так что он говорит число, которое у него получилось, а я второй говорю. Давай, давай, давай. 219! У меня 285! Что?
Ладно, у меня 185. Ну что ж, чуваки, сегодня наконец-то повезло Паше, и он сегодня занимает первое место. Ну а на этом видос подходит к концу. Кому понравился видос с мотоциклами, поставьте обязательно лайкос и напишите в комментариях, какие нам еще протестировать коллекции тачек. Интересно будет прочитать, пролайкать и выбрать самые крутые комментарии. Ну а с вами был Джайл Флэзин, ссылка на Пашу будет также в описании. Переходите и подписывайтесь. Всем удачи, всем покедова, чуваки! Всем пока, народ!